Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Буквально вчера я получила очередную монету из серии «Звери королевы». И это 7-я монета, на которой изображено мифическое животное ель. Это мифическое животное было описано еще в древние времена Плинием Старшим. Оно было описано как животное крупное животное. Его сравнивали с антилопой или с бегемотом. Черная или рыже-коричневая шкура. Что характерно, что это животное имело клыки кабана. И интересные рога. Их можно было поворачивать в разные направления. Вот такое это животное мифическое. Королева получила это мифическое животное, геральдическое животное, в наследство от Генриха VII, который, в свою очередь, получил его в наследство от своей матери Маргарет Баффет. Вес монеты 2 тройские унции, чистота 4 девятки. Номинал монеты 5 паунд. Здесь мы видим изображение королевы Елизаветы. Если посмотреть предыдущей монетой, где был изображен сокол, то я была немножечко разочарована. Но ничего, когда я положила в коробочку, то все вместе оно смотрится довольно-таки прилично. Вот такая монеточка. Будем ждать еще 3 монеты. Я думаю, что они закроют в этом году или на следующий год. Мы уже будем иметь всю коллекцию. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего. Пока-пока.